Всем привет, это Андрей, и мы продолжаем проходить FIF, и мы в подземелье, в тайной комнате, в борделе, под борделем. Слышите, он там извращенец изливается, блин. Ладно, давайте зайдем, посмотрим, что здесь прячут. Ну, Гаррет, какой-нибудь комментарий по поводу всего этого заброшенного дело. Нет? Нету никаких комментариев. Ладно. Это место надолго забыли. Да. Этот город живет одним днем, и он хорошо хранит свои секреты. У нас это общее. Да-да. Таинственное заброшенное. Город оккультистов каких-то. Я подозреваю. Ну, собственно, тех, кого мы видели в самом начале, в заставке. Так, нам, похоже, сюда. Давайте посмотрим по сторонам. Ну, по сторонам посмотрели, и вроде бы ничего подозрительного не нашли, значит... Хотя, подождите... Гаррет, ты можешь забраться? Нет, не может. Ясно, значит, у нас одна дорога. И выбирать не приходится. Давай, Гаррет, поднатужься, вот так вот. Продвигаемся. Так, мы с другой стороны. Какого лешего. Насколько бы атмосфернее, красивее смотрелось это место, если бы текстуры, блин, не были размазаны. Должен быть способ отключить эти древние ловушки. Должен. Не спорю. Древние ловушки. Наступишь на плиту и... Привет. Так, вернуться мы можем. Так. Немножко вернулись. Что это нам дает? Ну, давайте туда вернемся. Может, там что-то есть. Конечно, можно воспользоваться зрением. Сосредоточенностью, так сказать. Так. Тут ничего нет. Значит, мы зря возвращались. Каждый раз надо тут балку перекладывать. Давай, Гаррет, давай, давай, все. Значит, что-то где-то здесь надо сделать. Так. Ну, эту плиту по-любому мы никак не могли бы обойти. Чтобы не нажать. Так, не сработало. Получил. По наглой рыжей морде. И всего-то.
Тихонечко. Так, закроем дверку. Аккуратно, Гаррет. Подземные руины. Но все равно надо быть на Гаррет поаккуратней. На неизвестной местности. Тут по-прежнему могут быть ловушечки. Секретики. И прочая ерунда. Зачем я это делаю? Без понятия. Так, наверх. Наверх можно попасть. Ну, давайте. Так, где у нас? На восьмерочке. Так, зачем я убрал? И последнее. Так, ясно. Так, забрались и... Нифига. Так, ни до одной из них мы не достаем. Что странно. Ладно. Так, что у нас здесь? Ну, давайте заглянем. Так, аккуратненько. Вот так вот. В сторону. Так. Это куда-то вниз. Интересно, интересно. Так, сбоку тут пройти нельзя. Что у нас, Гаррет, здесь? Какая-то затопленная. Фу. Библиотека, что ли? Наверное. Библиотека. Наверное, что-то воняет. Да, ужас. Ага. Так. Значит, здесь символы. Ну, давайте их обнаруживать. Один есть. Второй есть. Третий есть. И четвертый. Ну, давайте. Вроде все рассмотрели символы.
Вроде как подсвечены. Правда, тут какой-то глюк наблюдается. И не уверен, что все правильно. Да, а тут еще этот свет. Ничего не понятно. Предположим, что этот. Здесь тогда, по идее... Блин. За этих вон светящихся полос нифига не понятно, что тут накорлякано. Ну, предположим, что вот это. Нет. Нет. Не похож. Такого символа тоже нет. Такого нет. Попробуем так. Нет. Блин. Ни черта не видно. Еще эти глюки. И за свет окончательно не дают разобраться, что там накорлякано. Твою медь. Ладно, я включу запись, когда разберусь. Если вы не возражаете, потому что это просто, просто какой-то ад. О, чудеса. Смотрите, что я вижу. Итак. Так, не то кольцо. Туда, вот сюда. Ну, а теперь должно все сработать как по маслу. И что у нас здесь? Трофей. Ну, что тут у нас? Так, запомним. Тут есть какой-то символ. Ладно. Ценность мы забрали. Давайте двигаться дальше. Дальше нам туда. Так, спустились
Мы отсюда. Но почему-то... Ладно. Двинули дальше. Не буду вас задерживать. Так, нажимная плита. Это... Да, нажимная плита. Так, если это нажимная плита... Ага. Значит, тут можно отключить. Отключил? Отключил. Ладненько. Так. Вот мы здесь. Так, зачем я это сделал, не знаю. Так, сундучок ярко подсвечится. Так, обвалить потом вот так отсюда. Ясно. Других скрытых ништячков здесь нет, кроме этого. Ладно. Книги. И ничего среди них ценного нет. Странно. Мы сюда шли ради того, ради пустоты, ничего. Ни свитка какой-нибудь. Ни еще чего. Хм. Странно, ладно. Но на всякий случай сохранюсь, если вы не возражаете. Так, нам предлагают вниз, а мы, значит, подымем. Так, здесь ничего. Так, идем вниз, как нас нам и указывают, но не забываем оглядываться по сторонам. Итак, атмосфера накаленная, густая. Ага. Так. Что у нас здесь? Ничего. Ничего. Можно спуститься так. А тут что? Заблокировано, что ли? Да вроде нет. Ну тогда. Может, это там просто позволяет вернуться обратно, пройти и снова этот путь, если я не уверен, что все сделал. И ничего не забыл. Похоже, там что-то есть, а спуститься то можно? Никак. Значит, там ничего нет. Значит, эти веревки... оставлены не мной. Так, это уже интересно. Так, что у нас здесь? А здесь... Ясно, давайте вернемся. Так и пропустил.
Что бы это ни было, это не человек. Да ты пророк, Гаррет. Просто провидец. Так. Нет, Гаррет. Я хочу, чтобы ты, мать его... Вот почему? Он, собака, не прыгает. Явно это сделали, чтобы мы могли попасть вот на этот этаж. Явно же. Худо-бедно это получилось. Так, эта дверь не открывается. Ни с этой стороны. Ну и зачем было это делать, если тут все равно ничего нет? Зачем было все спускаться, зачем было делать возможным спуск сюда? Стоять. Что у нас здесь? Так. Зачем? Кошек у нас все равно нет. Ладно. Все равно не понимаю, зачем здесь сделали. Для кошки вот это вот. Ладно. Похоже, так и не разберемся, зачем. И что же здесь за не человек? Мне уже страшно. По крайней мере, звуки он издает не очень приятные. Этот не человек, как выразился Гаррет. Нет, тут все-таки нету ничего интересного для нас. Хотя мне сверху показалось, что я разглядел какую-то блестяшку. Так, зачем здесь сделали такой путь? Можно было понизу. А можно так? Орион сказал, что я найду книгу, а не целую библиотеку. Здесь, наверное, сотни книг. Тайные спуски, подъемы. Интересно, для чего? Так, отсюда мы пришли, значит, давайте посмотрим, зачем нам здесь сделали вот такой вот секретничек. Зачем нам здесь красться и таиться? Интересно.
Ну тут какой-то. Тайник. Так, а назад? Так, назад вроде можем. Тихонько. Здешние звуки мне совсем не нравятся. Писец. Целый замок. Катакомбы целые. Под землей. Так. А, давайте вернемся. А может нет? Давайте разведаем. Так, прыгать может не обязательно? Похоже, обязательно. Так, а теперь мы можем? Нет, не можем. Так, тут заблокировано. Ясно. Что ничего не ясно. Так, странное управление. Давайте еще раз попробуем. Но все равно как-то... Корявенько. А, понятно, понятно. Вот это полезно. Да, несомненно, Гаррет, это полезно. Ладно. Бродить по этим закоулкам мы будем в следующей серии. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Андрей. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Счастливо. Так, вырезанный момент. Я тут вернулся. Ага, вот. Чтобы осмотреться. И обнаружил вот это. И решил записать. Я обнаруживаю еще один символ. Еще один спрятанный символ. Так, что у тебя есть? Еще один трофей? Ну, что тут у нас? А звуки мне по-прежнему не нравятся. На тебя нажать не нужно? Не нужно. Не нажим на обильный. Так, значит, можно вернуться обратно.
это и все, что я хотел, наверное, показать. Хотя нет. Здесь есть еще. Ага. Это место лабиринт. Я иду в центральную башню. Ну, я полностью с тобой согласен, Гаррет. Это место лабиринт. Так. Можно было поверху, а можно было найти тайную дверь. Что тот вариант был удобен. Ладно, мы вернулись к тому месту, где закончили. И этот маленький вне серии запись на этом закончена. Спасибо, что смотрели.